Это же маленькие дети, к тому же больные. Они же лежали уже в больнице и перетягивали себя. Да. И умирали. Нет, от этого не умерли. От этой веревки, которая перетащила. Ну и от веревки, но они же там умерли. Они... Лучия, по-моему, нет. Лучия умерла незадолго до смерти папы Иоанна Павла II. Не помню, в каком году. Несколько лет раньше умерла. Да. Не знаю. Вот. Именно Жасинта повторяла так. Из любви к Иисусу за бедных грешников, а потом... Стали их спрашивать священники, а почему они не хотят молиться еще и жертвовать за святейшего отца, ну, папу римского, да? Вот. Они не знают, а кто же такой святейший отец? Ну, там им объяснили, конечно, что это верховный пастырь церкви. И тогда она добавляла, вот, за святейшего отца, за бедных грешников и за искупление всех грехов, которые оскорбляют непорочное сердце пресвят.